Знаешь. Он толстый слишком, он смешно, блядь. Ел, братанчик. Что вообще происходит? Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Булки, Джужуно, Толя Пингвин, Кир ВЛ и, конечно же, Мишкан, и мы играем в GTA 5. Бери животных. Всем привет. Бери животных. У нас что, будет гонка на оленях? Это вообще лось или кто получается? Я просто не шарю за животных. Сам ты лось. А кто это? Определенно он жирный. А кто это? Антилопа какая. Эй, кто там кого-то? Там кто кого-то? Что? А, блядь. Это как? А, нифига. Подожди, а ХП дамажится, нет? Не-не-не. Нормально? Так, короче, друзья, у нас сегодня эксперимент, помните, как-то давным-давно... Лука, Саш, иди сюда, на секунду. Что? Ебать! Это что? Саша, иди сюда, эксперимент. Что, куда? Иду. Что такое? Только не подходите сейчас, подожди. Поцеловаться хочешь? Да, сейчас. Бля, что происходит? Ебать! Бля, ну-ка, мы целуемся. Нормально скрутило, блядь. О, нихуя! Что? В общем, друзья, сегодня будет полный хохотач, потому что мы решили, в общем-то, всей... Блядь! Брат, ой, что? Оля вытянула, смотри, что? Ебать, нихуя, что происходит? Смотри. Ебать! Нормально. Это ты что делаешь, Оль? Это я эти позы меняю всякие. Блядь. Ну, подожди, я попробую. Реакция. Какой-то ужас. О, отрицательно махать головой. Он реально головой, кстати. Соглашаться. О, нормально. Пожимать плечами. Подожди, Сань, стой. Сейчас будет что интереснее. Чё? Стриптиз, о, стриптиз. Подожди, надо выключить. Так, ага. Блядь, что нахуй? Это что за Чернобыль, блядь? Вы чё? Давайте уже. Это страшно, это очень страшно. Блядь, ну его нахуй. Короче, в общем, как-то давно я устраивал эксперимент, я был лосем, оленем, я не знаю, как правильно сказать. И, в общем-то, мы смотрели реакцию игроков, а сегодня нас аж пятеро, я не знаю, что из этого получится. Погнали на трассу. Так, пошли. Так она сейчас собьют. Она... А нет, погнали в ту сторону. Кто она такая ставит? А как лоси орут, типа, бей, или что? Блять, ебать нас могут. Охуеть. Прикиньте просто, просто представьте сейчас игроков, что они подумают. Блядь, тут тупик. А что делать-то? Жаль, что нельзя. Блядь, понятно. Умеет прыгать. Погнали сюда. Чё жаль, что... Прыгать не умеет он. Жаль, что видно, что типа... Диван сбили! Диван сбили! Что, типа, игроки это, а не это? Типа, да нет, то, что видно над нами, типа, гражданин. Ну да, я про это говорю. Так, тихо. Давайте сначала просто по обочине, аккуратненько. Прогулка. Вы чисто где? Тулим? Да не, просто аккуратненько вот так вот ходим. Да, прогулочим так вот. Блядь! Надо что, постоять вот так вот и дорогу перебирать. Тихо, главное, чтобы никого не сбили. Ты куда дорогу побежал? Кто? Ты куда? Ну вы чё? Не, подожди, давай сначала просто, мы типа на выгуле. Как думаешь, кто-нибудь остановится вообще? Что? Что у них? Это кто чешется, блядь? О! Не понял, говорит. Ой, что? Кого сбили? Кого? А что там? Оль, ты чё? Оля истерика. Блять. Чё по симулятору животных вообще, блядь? Да чего? Блядь. Смотри, один чувак только остановился почему-то. Подожди, а кто эти звуки издаёт? Кто звуки издаёт? Ну, подожди, а стойка... А что с Кириллом происходит, блядь? Я пальцем показываю. Это пальцем, да. Пальцем показываю. А, подожди. Ой, подожди, блядь, я не то... Сейчас. А, на туре пальцем. Подожди, давайте станцуем, чувак, чтобы офигел. Или какую-то стойку сделайте. Вот, Тони Старка, блядь, стойка, встаньте. Ебать, он еще ходит на двух копытах. Ебать. Тони Старк? Ну там это стойка Тони Старка. Он ходит еще так. Ебать, это крипово. О, мусора. Блядь, тут мусора приехали. Как вам походочка моя? Оленя никогда не говорит. Смогут повязать? Я не знаю. Что он говорит? А что это такое? А что это такое, блядь? Бля. О, давай атакуем их. Копу, давай. Блядь, меня убили. Что? Как? Ты живой? А, не, нормально. Такой, блядь, откинулся на секунду. Атакуем. Унитаз били. Блядь.
Тут Фибы приехали. Мы от машины отходим, Олег. Бля, надо бежать нахуй! Нахуй бежим, он вышел! Блядь! Ты убежал? Саня, ты чё валяешься? Да я, блядь, упал, нахуй! Бежим, по прямой херачим. Херачите? Что он сказал? Бля, я ничего не слышу. Бежим! Херачим! Блядь, Ярик, ты меня сбил! Кого не хватает? А где вы все? Я! А, Оль, мы побежали. Ай! Ты ж побежала, а куда вы? Меня сбили, блядь! Оль, по трассе, беги дальше! Меня нет, сбил! Нет, сбил? Где Оля? Мы Олю потеряли! Ай, блядь! Кто где? Это... Так, у нас этот конвой полосбился немножко, не? Блядь. Я бегу, иду. Что, а где все олени, алло? Я не знаю, где все. Да, о, вперед, это кто? Подожди, надо Вики открыть. А, вот, все. А где Оля-то? Я бегу, Оля по трассе. Оля тоже. А, вперед? Да. Оль, подожди. Оля там уже Оль, подожди нас! Ты к магазину подбегаешь? Нет. Подгоняешь. А, подожди. А Оля тоже спереди. Подожди, так мы тут... Сука, что за хуйня, блядь? Я возле магазина, вы! Вот мы сзади! Блядь, Кирилл, нихуя быстрее у тебя, блядь, пони, нахуй! Ты подрезаешь! Так не подрезай! Вы что делаете? Шашки, блядь! Шашки ЛСК, блядь! Что? Там что-то погоня за вами какая-то! Что, блядь? Что происходит? О, Олю догоняем, Оля! Бля, сзади, сопровод сзади, блядь! Там пиздец! Кто-то сбили! Мешкана, блядь, завалили, нахуй! Охота открыта! Так, я в Олю врезался. Заправимся, думаешь? Mm-hmm. А мы в магазин можем что-нибудь купить, одежду? Подожди, инвентарь доступен? Инвентарь доступен. Аптечка. Я фонарик. Я маску надену. Я фонарик лапу взял. А, не, маску нельзя. Подожди, где? Покажи. Стой, я не вижу. Бля, подожди. Ой, ебать! Кто улетел? Кто это полетел? Нормально меня тулю? Кого-то сбили. Где фонарик? Меня сбили. А, я вижу. Че, если магазин пошел? Мы по РП не можем разговаривать же, получается. Мы реально в магазине. А где-то? Где-то? Сейчас выйду, подожди. Бля, он иногда бе. Что? Блять. Посмотрите на Кирилла. А где вы? Это пиздец. Да Кирилл тут, блядь, это ищет что-то. Ну-ка я попробую, ну-ка, социально. Ладно, на закупки. Ой, хуя, блядь. Че, заправляетесь? Нихуя, что я в курицу превратился в какую-то стоячую, блядь. Тебя понесли, кого понесли? Помогите. Кто, кого понесли? Меня. Оля погибели. Ой, ты валяешься? Да. А, это Оля валяется. Так, короче. Че делаем, че делаем? Нельзя здороваться, мы же лоси, вы че? Вы че, блядь, делаете-то? Нельзя здороваться. Так, короче, предлагаю челлендж, кто самый везучий, давайте. Идем сюда. Как убрать этого искателя? Идите сюда. Идите сюда. Ну что? Я на трассе. Гелик! Аккуратно. Это кто на трассе? Иди сюда. Я на трассе. Это ты? Да. Ты что? Кирилл, че, где? Убери эту хуйню. Я убрал. Идите сюда. Идите сюда. Короче, объявляем конкурс! Конкурс! Конкурс, так. А где? Кого-то не хватает. Идите сюда. Все. Короче, мы сейчас начинаем бегать туда-сюда. Все. Кто выживет, тот красавчик. Давай. Готовы? Все, погнали. Туда. Бля. Ёбаный рот. Блядь. Что? О, блядь! Блядь, кого-то снесли! Блядь! Повезло! Так, тихо. Бегаем. Так, кто первый опиздюлится? Кто первый опиздюлится, блядь? Лучший круг ставлю, Блядь! Я человек, отбили меня. Тихо. Пока все хорошо, пока нормально, блядь. Пока аккуратненько, пока бегаем, блядь. А меня сбили. Специально. Меня сбили. Живая? Да, мне специально. Это я, бро, это я подлетел. А, вот это Альфа-Ромео? Я быкую как могу. Блядь! О, нихуя это! Блядь. Пиздец. Живой? А мы еще только не потратили, кстати. А, нормально, блядь. Ты. Это кто? Кирилл, да, вставай давай уже. Погнали! О! Погнали сюда! Иди сюда! По встречке бежим. По встречке? Все, погнали. Так, все, уворачиваемся! От тачек уворачиваемся! Так, смотри, типа. Олень не встает! Опа! Обманул! Бля, да меня опять сбили! Шашки, да, погнали по встречке! Меня забыли! Чего? Так беги, догоняй! Кто рядом со мной? Это Кирилл? Да. Кирилл. Ебать. Тихо. Все, бегу, догоняй. Ай, блядь, сбили! Блядь! Это кого сбили? Пиздец какой-то. Мне нормально, меня не сбили. Подожди, нас окружают, нас пытаются... Меня Альфа-Ромео. Погнали. Что? Меня Гелик сбил. Меня тоже сбили. А кто? Это кто там?
Кто впереди? Я сзади бегу. Сзади? Мы втроем тут с кем? Вы? Я не знаю. Блять, я вот его... Я Кирвелл и ты. Ой, бля, машина едет! А куда, блядь? Ебать! Это... Вы чё, нахуй? Он всех сбил. Я бегу! Я бегу, мне норм. Мне вообще заебись. Куда ты бежишь? Это кто, Бешкан? Бешкан, ты? А, это Оля, это Оля. Так, подожди. Кто где, блядь? Ай, блядь! 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 Вот так вот опасно в штате, друзья. У нас это олень. Где вы? Чё ты? У меня олень кувыркнулся с этой морды вниз. Так, кто первый? Побежали. Бля, жопа какая-то, да? Это... Ой, блядь. Полная жопа. Беги. О, побежал. Кто последний? Я последний. Ой, блядь! Ебать жестко! Я не смотрю, я, короче, просто бегу, я смотрю назад, блядь. Я не знаю, что впереди. Меня сейчас убьют, я сейчас умру, кстати. Не надо. А мне чуть-чуть осталось хп. Это ты там валяешься? Да, меня окружили. Бегу. Кто назад бежит? Бегу. Вставай. Не могу встать. Вставай. Блять, что происходит, вообще не понимаю, блять. Поживаешь? Пиздец. Так, все, бежим. Ааа! Макларен! Чувак, говорит, что за хуйня? Блять! Меня хреначит! Блять! На меня напали, на меня! Бля. Где? Где ты? На меня напали! Где? А, вижу! Ебать, ты чувака! Что? Нет, он уже солёк. Ты его затоптал. А, бля, я думал, ты его затоптал. А его вообще всё, добавится, у меня красное, нет? Здоровье, бля, красное. Бля, давай. Тули его, тули. Блядь. С металлоискателем. Чё за пиздец, я не понимаю. У меня красное здоровье сидит. Нормально. А я, кстати, не знаю, сколько у меня здоровья. Мясо какое-то происходит, я не понимаю, что, блядь. Побежали, блядь, меня зажали. Погнали. А у меня здоровье. Менты прокатились. Чё? Менты прокатились по мне. Пойдем в город, пойдем в город. Погнали. Ой, я по кому-то прошелся. Все, я умерла. Подожди, там меня сбивали. Минус один. Погнали. По опочине, погнали в город. Блять, это было опасно, нахуй. Так, это кто? Оль, ты все, да? Да, я жила. А, да? А жила? Да. Повезло. Мы с Кирвеллом в гости. Я побежал. Тебя же убили. Тебя же сбили только что. Меня? Нет, смотри, я уворачиваюсь. Я в поезде сижу. Где? В Шкоде? Что? В поезде. Я в поезде сижу, говорю. Ты где? Запомни. Ты чё... Чё ты суетишь? Где вы? Я один тут. Да мы бежим в город, блядь, уже давно. Ой, кого-то сбили сзади. Подождите меня! Ждем. Я одна! Аааа, блядь! Блядь. Мне страшно! Сейчас. Кто где? Как тебе забраться сюда? Чё, Ярик? Меня сбивают. Прям специально, что ли? Да. А зачем так? Ой, блядь, я побегу. Повезло. Оля, ты? Оль. А, я наверх побежал. Я вижу. А где вы-то все? Главное, мы наверху. Блять, он не забирается. По левой стороне или правой? По правой. Сань, беги вперед, беги вперед. Бегу. Там есть... И чё? Куда дальше? Ты где? Где Почему вы? Отдельно мы с Олей сверху, мы с Олей сверху бегаем. Наверх, шампунь. Оль, давай вниз. А, в смысле? Оль, это ты? Да. Бля, тут... Где они, Кирилл? Блядь, что? Я не знаю, мы что за хуя? Что? Где? Я от жары перегрелся, походу, блядь, что? В смысле? Чё происходит? Где вы? Что там у тебя? Я упал просто, блядь, я не знаю, зачем сбивают? Сейчас я пытаюсь спуститься, не могу спуститься. Кто это бежит? Кто это? Сань, наверху. Мне кажется, пора на спаун телепортироваться. О, нихуя себе! Я умер. У меня сейчас был прыжок веры, блядь, какой-то, я не понимаю, как из Assassin's Creed, блядь. Так, я ужил. Кто-то бежит, я вижу. Я ужил. Я наверху бегу, если так, куда идем-то? В город? Город, давай. О, погнали в казино, блядь! Если добежим, конечно. Блядь! Чисто олени в казино, блядь, пиздец, сейчас будет. Так, погнали, сейчас. Далеко от вас очень, как-то надо еще добежать, блядь. Короче, бежим в казино, да? Или что? Да. Так мы знаешь, сколько будем бежать? У меня проблема. Какая? У меня проблема. Че? Серьезная проблема. Я на ветке застряла. Что? Я на ветке застряла. Вот она проблема оленей. Так, подожди, а как? Ты вообще никак не можешь что-то? А, вот, выбралась. Короче, все, встретимся в казино, бежим до казино. Все, я сдох. А ты сейчас оживишь. Я
Подожди, сейчас оживишься. Что происходит? Меня сбивает Гаярда полицейский, блядь. Пиздец. Меня Вася сбивает. Я вообще по траве бегу. Блядь. А, я куда-то провалилась. Я провалилась. Кирилл, короче, как этот, как инвалид лось, блядь, с палочкой бегает. Я провалилась. Алло, вы меня забыли. Меня забыли. Мы бежим до казино, я ничего не знаю. Кто-то берет с первой, тот красавчик. Пиздец. А кто первый вообще бежит? Ты. Я точно последний. О, блядь, минус один. На рейндж-ровере, блядь. Так, 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 аккуратно, аккуратно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Бля, сопровождение нормальное, в принципе. Достал булку, кинул. Чё, достал булку, чувак говорит, что ты... Бля, вы бежите? Да, я бегу. Как успехи? Как успехи? Нормально? Бля, X6 сбил! Бля, нормально у нас сопровод такой, еще из элитных тачек, блядь. Ебать, что это такое было сейчас? Вы близко к казино, нет? Алло? Да-да-да-да-да-да, я почти бежали уже. Это кто спереди? Подожди. Что? Кто спереди меня бежит? Кто спереди меня бежит? Ой, тут у Круза какой-то кину на шею. Стоит. Оленю. Чувак, тут РП отыгрывает, что-то скину, блядь, на шею, что-то там, блядь, веревку какую-то, блядь. Я не знаю, блядь, мне страшно, да. Уже в казино, вы в казино уже? Я почти. Кто первый-то бежит там? Я видел впереди кто-то бежит. Нет, а спереди меня кто-то был. Кто был спереди меня? Оль, ты где? Я почти. А, так это Оля, походу. Бля, как тут пройти? А, вон Оля хуярит. Зачем давит? Зачем давит? Я не знаю. Оля хуярит впереди. Как ты прошу? А, немножко. Зачем? Блять. Зачем мы здесь пошли? Что происходит, блядь? Блять. А сам сбил меня. Тихо-тихо, тут чел говорит, они не могут. Мы пришли! Ме! Ме! Бля, говорит, что ли? Давайте, давайте все орём, ме! Бля, заходим. А мне нет микрофона. Ме! 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 Я тут, по-моему, все в шоке просто. Тут просто все в шоке, блядь. Да, 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 погнали. Меня убили второй раз, меня... Бе! 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 Пиздец, как... Все охуели. Бе! 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 Так, олень. Всех растолкали. Взял оленя в джунглях. Управляю оленем. Блядь, я тут... Владение превратили. А где все остальные вообще? Мы все тут, нет? Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Ладно, ладно, все нас это, на выход сказали нам, блядь. А как вы здесь, чувака? Я сдох опять! Чё мне делать? Тебе повезло. Не повезло. Не-не-не-не. Не выражайтесь, пожалуйста. Блядь! Бля, какой пиздец мы устроили просто, блядь. Что за жесть? Так а где все? Почему не все зашли-то, я не понимаю? Меня украли! Меня на спине несут! Куда-то меня украли! Минус класс. Бля, ебать. Бля, не-не-не, я убегаю нахуй, я убегаю, бля. Короче, друзья, какой-то, блядь, просто трэш происходил в этой серии. В общем, мы сегодня были немножечко оленями, но вроде как подарили немножечко позитивчик, так скажем, игрокам. И посмотрели на реакцию, даже заглянули в казино, устроили там, блядь, балаган какой-то. Поорали, нас вывели в итоге менты, блядь, сказали, что нахуй, блядь, оленям нельзя здесь присутствовать. Короче, все нормально, блядь, весело, короче, проводим время. Друзья, ну а на этом серия подходит к концу. Огромное спасибо всем за просмотр, оцените видосик, подписывайтесь на канал впервые и... Давайте так, если реально улыбнулись и было забавно, то поставьте лайк, и если у вас есть какая-то идея, напишите в комментариях, чтобы вы впятером еще что-нибудь попранковали, там, что-нибудь интересное устроили. Что такое? Он меня опять несет, ну ёптвою! Он меня даже не спросил, он просто, блядь, погрузил меня и все, нахуй, я свою шею. Мешка, да, короче, все, блядь, увезли. Все, друзья, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока! Макс, откачай. Ты типа, подожди, тебя откачал, типа, нет или что? Да он приехал, он мне сказал, что бургер даст. Он бургер не дал и просто взял, откачал, красава. Бургер.